Всем привет, с вами канал Дневник системного администратора. Сегодня я хочу показать, как удалить быстро за 2 минуты страницу в Одноклассниках без каких-либо заморочек. Для этого нам нужно, конечно же, в первую очередь перейти на вашу страницу в Одноклассниках, далее опуститься ниже с левой стороны под менюшкой, где у вас будет все, есть рекламка. Под рекламкой есть вот такая вот надпись: мобильная версия, реклама, помощь, новости, еще. Выбираем еще. И здесь у нас будет регламент. Нажимаем на него. И, как видим, нас перекидывают на другую сторону сайта. Это лицензионное соглашение. Опускаемся в самый низ. И здесь, как видите, у нас есть пункт, который называется «Отказаться от услуг». Нажимаем на него. И, как видим, укажите причину, по которой вы хотите удалить свой профиль. Выбираете, что вы хотите. Ну, например, можете, в принципе, первое выбрать. И здесь, конечно же, внизу вводите свой пароль от профиля. И нажимаете «Удалить», получается, данную страницу. Здесь она вот ниже сейчас. Вот, как видите, видно «Удалить» кнопочка. Все вводите, нажимаете «Удалить». Но смотрите, удаление профиля можно восстановить только в течение 90 дней с момента удаления. После того, как вы удалите, только в течение 90 дней вы сможете его восстановить. Вот, в принципе, ребят, все. 2 минуты, и ваш профиль удален с Одноклассников. Всем хорошего настроения и удачи. Не ломайте свои компьютеры.